Главные герои 2020 года – медики. В пандемии люди в белых халатах, а точнее укрытые с головы до пят в защитные комбинезоны, круглосуточно спасают пациентов. В красной зоне, в каретах скорой помощи, в операционных и на дому врачи и медсестры помогают миру справиться с коронавирусом. Вы побеждаете благодаря вашей смелости, мудрости, высочайшему профессионализму. Ничего словами не скажешь, когда выздоравливает человек и выходит из стен больницы и помнит, и знает, что пережил и на какой грани или границе он вот буквально находился, то слов нет, чтобы сказать вам спасибо. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, медикам Видновской районной клинической больницы были вручены почетные грамоты и медали от министра здравоохранения Московской области. Именно в таких ситуациях и определяется, насколько люди ответственно относятся к своим специальностям по отношению друг к другу и какой-то гражданской ответственности. Медалью за заслуги в борьбе с пандемией была награждена и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Мы вас награждаем. Наградами были отмечены и просто неравнодушные люди, помогающие медикам в этот непростой период. Благодаря предпринимателям и членам общественной палаты муниципалитета для детской поликлиники были закуплены новые пеленальные столики, эрастомеры, шкафы, оформлена комната матери и ребенка. Это создает комфорт в нашей поликлинике, а тем более детская поликлиника, она у нас участвует в новом нацпроекте по оформлению бережливых поликлиник. И сегодня мы даже навигацию мы установили новую благодаря вот вашей помощи. Спасибо. Хотелось бы поблагодарить моих коллег, предпринимателей, членов торгово-промышленной палаты, которые действительно принимают активное участие. Они в первую волну пандемии активно принимали участие, во вторую волну пандемии. Индивидуальный предприниматель Андрей Макалкин во время пандемии возил обеды врачам и обеспечил транспортом докторов для выезда к пациентам на дом, на передовой и сейчас. Награда очень важная. Даже не думал, что позовут. То есть как бы это все делал не для этой награды, а делал для того, чтобы помочь людям, которым было действительно тяжело. Старался помочь по мере своей возможности. Как поделились медицинские работники, им очень приятно, что их труд оценили. Очень приятно в эту такую сложную эпидемию получать такие награды за то, что мы работаем. Мы все столкнулись впервые с этим, и это будет существенный опыт, серьезный опыт для того, чтобы мы старались предотвратить, либо если мы не можем предотвратить, то хотя бы разрешить данные проблемы. Присутствовать на награждении смогли не все виновники торжества. Многие в это время были на своих рабочих местах. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.